Никогда не выкидывайте старый бур. Отпилите хвост с помощью ушей, а затем сделайте отверстие строго по центру. Сначала маленьким сверлом, а затем сверлом побольше. Устанавливаем новую насадку в перфоратор. А теперь представьте, что эти гвозди нам нужно заколотить в потолок. Кто хоть раз колотил, тот поймет и оценит гениальность данной идеи.